Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про важливість допомоги дітям, які стали свідками домашнього насилля. В нашій студії психологиня, керівниця громадської організації «Альтернативний рух» Наталія Валовська. Вітаю вас. Здравствуйте. Наталія Валовська – психологиня, керівниця ГО «Альтернативний рух». Закінчила факультет психології і туризм Дніпровського гуманітарного університету. Напрямки професійної діяльності – психоаналіз, психодіагностика, робота з посттравматичним стресовим розладом. Допомагає дітям з ментальною інвалідністю, складним підліткам, педагогам, у яких професійне вигорання, а також атовцям. Заміжня, виховує доньку. Хобі – відпочинок на природі, читання. Наталія, психологічне здоров'я дитини – це запорука її благополуччя в майбутньому. Але ж інколи діти все ж таки стають свідками насилля, домашнього насилля. Чому ця проблема, вона ось не на поверхні? І чому цю проблему болючу так мало висвітлюють і дуже мало говорять про необхідність психологічної допомоги саме дітям? Ну, во-первых, потому что то, как вы и сказали, она болючая, эта тема. Второе, то, что она до сих пор у нас не является очень популярной темой, потому что она такая табуированная тема. Есть же очень много, да, в нашей там, ментальности, в нашем сознании, в нашем обществе о том, что семья – это их дело, они сами разберутся, бьют – значит любит, нельзя выносить ссоры из избы. Ну, і таких от пословиць много. Так, це стереотипи, які не потрібні нашому сучасному життю, але вони є. Совершенно верно, да. Це ті от стереотипи, з допомогою яких вирощували нас, ми продовжуємо воспитувати наших дітей. Ну, от дуже би хотілося сказати, що говорити одне, робити друге. Тому, як би ви не воспитували своїх дітей, вони все одно будуть схожі на ваш і візьмуть собі в свою життя модель сім'ї, в якій вони виросли. Що робити з цими стереотипами? Як бути? Як боротися? Бороться, ну, во-первых, их нужно менять, эти, да, стереотипы. Первое, ребенок не стал свидетелем домашнего насилия. Ребенок является таким же пострадалым, как и мама, например. У нас все очень много говорят о том, что и помогают женщине, спасают женщину, потому что на женщине больше каких-то видимых таких ознак, да, там, когда это синяки, травмы всевозможные, эти все побои можно зафиксировать. У ребенка, который даже не подвергался физическому или сексуальному насилию, но он подвергался психологическому насилию. Он каждый день наблюдал за тем, как избивают его маму, кричат и так далее и тому подобное. Еще вот один из таких вот стереотипов о том, что у ребенка такая гибкая психика, ну, подумаешь, ему 3 или 5 лет, он забудет об этом. На самом деле он ничего не забудет, и он потом в будущем это все у него будет очень сильно проявляться. Точно так же, как и в психосоматических болезнях. У него он может приобрести какие-то хронические заболевания. И я уже не говорю о том, что это будет очень тяжело ему построить качественную, комфортную семью для себя. Вот качественные отношения. И еще, что самое интересное, почему нужно бороться с этими стереотипами, потому что это замкнутый круг. Вот в этой семье ты воспроизводишь, будешь воспроизводить тот же сценарий, который ты получил в своей семье. Тебя не научили по-другому, ты по-другому не можешь научиться, ты не можешь получить качественную помощь, и твои дети будут точно так же вырастать в созависимых отношениях. Тобто для маленької дитини це ще більш травматичніше, ніж для дорослого. Это совершенно так, потому что у ребенка, во-первых, нет опыта в проживании таких вот историй, таких ситуаций. Он не всегда может высказать, что на самом деле он чувствует.
Он не может рассказать, что было, свидетелем чего он являлся. Ну, кто-то кричал, кто-то толкнул, что-то вот такое происходило. На самом деле, еще ребенок вот с детства уже начинает выстраивать в своей психике такие вот защитные барьеры. То есть это когда бывает, что он блокирует какие-то воспоминания, он что-то забывает, либо когда говорят, да вот он даже не слышал, потому что он в наушниках все время. Конечно, уже в наушниках, потому что каждый день изо дня в день он наблюдает эту ситуацию, в которой он не властен, он не может ее никоим образом изменить, он не может на нее никак повлиять. И, конечно, да, он чувствует себя таким вот брошенным, и, ну, на самом деле это ужасное состояние у ребенка, такой безысходности. А саме зараз, під час карантину, чи маєте ви статистику, взагалі збільшилась кількість випадків домашнього насилля? Чи більше, я маю на увазі, не дітей, навіть діти не розуміють, куди звертатися? Угу. Чи багато жінок звертаються саме за допомогою? Да, в связи с карантином, из-за того, что агрессор и пострадавший, они находятся на одной территории, зачастую это даже не разные комнаты, это, возможно, одна даже комната, одна квартира, однокомнатная квартира. И из-за того, что люди не работают, из-за того, что тоже происходят вот эти все стрессы, никто не понимает, когда это закончится, что это. Опять же, отсутствие денег, отсутствие работы, отсутствие сменить картинку. Хотя бы если до этого она могла выходить на работу, если это женщина, которая работает, и агрессор уходил на работу, то сейчас 24/7 они друг к другу, и претензии увеличиваются, и так далее. И вот накал вот этих вот страстей, конечно же, приводит к тому, что статистика на сегодняшний день, получается, после объявления карантина, обращения в полицию увеличились на 68%, и 86% из них – это женщины, которые обращаются. Только за март, с марта по апрель, было зарегистрировано 2050 заявлений, которые подали женщины в полицию. Это самое на территории Украины або нашей области? Вот сейчас я вам эту, ну, не расскажу, наверное, вот прям точно эту статистику, да, но вот я прочитала, что на сегодня как раз прочитала, что 2000 заявлений было. И на самом первом месте у нас Днепропетровская область и Харьковская область. А як же ж діти? Дітей ще набагато більше, ніж жінок, да. Тому що кожна жінка має... Детей еще набагато больше, потому что в основном вот у женщин, которые страдают от, страдают не особо такой правильный термин, тех, кто пострадали от домашнего насилия или находятся в этих ситуациях, у них, конечно, зачастую двое, трое, а то и больше детей, да. И в основном в статистику в эту дети как бы, ну, не особо входят. Первоначально сначала женщине оказывают помощь, ну и потом уже, когда доходит ресурс до ребенка, если он остается, то да, уделяют уже ребенку внимание. А как вы саме почали працювати с детьми, які постраждали від домашнього насилля? Поделиться. Ну, это был опыт, наверное, когда я вообще начала консультировать людей, когда они начали приходить ко мне в личные консультации. Вот. Ну, и еще, конечно же, был такой опыт работы с ювенальной пробацией. Там, где условно осужденные подростки, которые тоже выросли в таких вот деструктивных семьях, там, где была такая среда, которая формировала вот все их отношения с миром, отношения с собой. В основном это родители были, которые тоже имели такой опыт и созависимых отношений, и употребления алкоголя, наркотиков, и точно так же они сидели в тюрьме. Вот. Потом еще вот такой вот опыт у нас есть, у меня и у нашей организации, это работа с детьми, которые находятся в интернатах. Это те дети, которых забрали вот из таких вот семей СИЖО, там, где не была вовремя, на мой взгляд, оказана помощь, и там, где женщина зачастую дошла до такой вот ситуации, там, где она уже и с таким антисоциальным поведением, то есть она начала пить, ребенка забирали, но дети, которые вырастают, вот опять же, выпускники интернатов, они все помнят, и они рассказывают, как это было ужасно, когда папа бил маму и так далее. А с какими детьми вы работаете? Тобто, наскільки маленькі
діти можуть, ну, з якими дітьми ви працюєте, з якого віку? Ну, у нас є такі от різні направлення, да? Діти можуть знаходитися як і в личній консультації, у нас є психологи, які працюють в цьому направлінні, а також ще ми працюємо в арт-терапії. Це лепка глиною, соляне тесто, прорисовка, петриковська розпись, альтернативні там всякі види рисування і так далі. Это самое лучшее, что можно предложить ребенку в терапии, потому что ты с ребенком не сможешь общаться как со взрослым, говорить, а давай проговорим и вспомним какой-то твой опыт. Да? Для ребенка это будет травматично, поэтому дважды его травмировать не нужно. У него он и так получил травмирующий опыт, и он всеми возможными силами пытается это забыть. Но в игре, в игровой форме, в работе арт-терапии проходит вот это вот именно перенастройка, скажем так, переработка агресивних, гнівних, таких от негативних енергій, які от у ребенка знаходяться внутрі. Завдяки, мабуть, грі, ось саме дитина може довіритися фахівцю, так? Во-первых, это немаловажно, да, чтобы найти контакт с ребенком, потому что зачастую дети, которые травмированы, вот приведу пример, в понедельник буквально приезжала ко мне на консультацию девочка, и было открыто окно, мы рисуем с ней радугу, там, смотрим, какими мы ее будем блестками закрашивать. И тут случайно просто какой-то хлопок за окном, и она такая сразу, но она даже как-то не сильно себя это проявила, она такая говорит, а что это? Я говорю, это машина проехала, она, хорошо. И она так немножечко успокоилась. Ну да, для ребенка очень важно найти этот вот контакт и продолжить вот работу с психологом. Что вы чувствуете, когда работаете с детьми? Все ж таки, ви приймаєте цю біль їх на себе, мабуть. У мене дуже огромне бажання, щоб ребенок, поки є можливість, поки це все в процесі, поки це не став взрослим, тому що дуже багато людей потім во взрослій житті приходять на консультації і прорабатують свої дитячі вот эти вот воспоминания о том, как тоже было домашнее насилие в семье. Что я ощущаю? Я ощущаю свою такую вот, скажем так, возможность помочь ребенку, чтобы он вырос в такую вот, ну, грубо говоря, ну, в счастливую такую личность, которая вырастет и встретит такую же счастливую личность. У них будут здоровые дети, которые психологически, эмоционально здоровые, которые не будут знать, что такое побои, что такое бояться кого-то, как закрывать глаза и уши, потому что страшно там, и так далее. Наскільки важливо вчасно дати дитині допомогу, ось цю саме психологічну? Очень важно именно вовремя это сделать и не запускать, потому что это то же самое, как лечить какой-то перелом, который, да, уже сросся не так. Это заново, когда, опять же, взрослый человек уже, это заново ломать ему кости, ноги и так далее. Конечно же, лучше сразу, потому что это потом уже перерастает в хронические стрессовые ситуации, в какие-то хронические депрессии, и, да, их гораздо тяжелее потом прорабатывать. Яким чином до вас найчастіше звертаються? Це одразу жінки, які постраждали від насилля, а потім вже вони ведуть за собою дітей? Чи як ви розповсюджуєте інформацію? Вот в связи с тем, что повысились обращения женщин в полицию, да, вот с этой вот статистикой, некоторыми, ну, вернее, инициативными девушками и женщинами из общественных организаций была вот создана такая инициатива, как «Пани Патронесса». И здесь получилось так, что 7 общественных организаций, которые и занимались этими вопросами, этими темами, они и занимались ими, но так как карантин, да, и нужна более качественная помощь и быстрое реагирование, мы решили все объединиться. Называется этот проект, эта инициатива «Пани Патронесса». И именно отсюда вот распределяется уже какая-то твоя роль в этом проекте. Например, наша задача, нашей организации, мы работаем с детьми консультативно, и мы работаем в арт-практиках, вот в арт-терапии. Так. А які можуть взагалі бути наслідки, ми так трохи говорили про них, в дитини після такого страшного досвіду?
Ну, от физических, физиологических каких-то заболеваний, которые могут перерастать в хронические, конечно, больше всего это ну, нестабильное психоэмоциональное состояние. Это постоянные тревожные, стрессовые какие-то да, расстройства. Но у детей и вообще у пострадавших от домашнего насилия, у них такие же синдромы, например, посттравматический синдром, да, вы, наверное, слышали, такие же, такой же синдром, как у людей, которые вернулись с войны, тех, кто участвовал в боевых действиях. И у детей, и у женщин у них вот этот синдром наблюдается, вот это вот расстройство. Поэтому, ну, конечно же, все что угодно. Это плохой сон, снижение аппетита, невозможность с кем-то устанавливать доверительные отношения, либо наоборот, с кем-то, возможно, ребенок в детском саду, находясь, или вообще просто на улице к нему подойдет какой-то посторонний человек, и он будет делать те вещи, которые этот человек ему скажет делать. В общем, довіра до світу, мабуть. Да, довіра до світу – это раз, и потом довіра к себе тоже очень сильно нивелируется, потому что ребенок не понимает, что он чувствует, кто он вообще такой, чего он хочет. І як йому з цим жити далі. А скільки взагалі часу потрібно для надавати ось цю саме психологічну допомогу? Я так розумію, звісно, одного сеансу це замало, це цього недостатньо. Наскільки довгий час потрібно допомагати дитині вийти з цього стану? Это индивидуальная работа, это индивидуальный подход. Не бывает такого, что вот есть рекомендованные, конечно, да, там возможности и варианты работы. Ну, например, то, что я говорила про ПТСР, то рекомендованная работа находиться в терапии от 5 лет и далее. Возможно, это всегда находиться в терапии, но это не так выглядит на самом деле, как звучит. Это можно там посещать психолога от времени, когда по запросу, по потребности. Но для начала, конечно, очень много времени еще уходит на то, чтобы вернуть ребенку доверие и чтобы он начал с тобой коммуницировать и взаимодействовать. Я знаю, що ви запустили проєкт «Підвішений психолог». Що це за назва? Да. Взагалі розкажіть про цей проєкт. Ну, «Підвішений психолог» – це щось типу підвішеної чашки кофе в кафе. Женщини, які потрапляють к нам в пані патронесу, зачастую у них они уходять із дому, із свого небезпечного убежища, да, уходять. Без еды, без денег, без документов. Понятное дело, что женщина в последнюю очередь будет думать о том, что где же мне взять денег на консультацию психолога. Она об этом... Тут много потреб есть. Да, да. И вот эти вот все потребы, и еда, и игрушки, и лекарства, и посещение больницы, и юридическая помощь, это все оказывает вот эта вот инициатива пани Патронеса. Угу. Вот. Ну и, конечно же, психологическую помощь. Поэтому была такая вот идея у нас возникла о том, что, возможно, кто-то, кто хочет помогать вот таким вот детям, женщинам, мог бы не просто передавать еще тоже игрушки, деньги на лекарства, а мог бы оплачивать консультацию, которую потом, когда нужно будет, мы берем и ребенка в консультацию, вот таким образом она оплачивается. Зрозуміло. А як взагалі вашим організаціям вдається от надавати саме таку безкоштовну допомогу так, тим жінкам, які постраждали, дітям? Можливо, це грантові проєкти, можливо, є спонсори, якісь благодійники, хто допомагає вашим організаціям? Мы работаем с фондом, благотворительным фондом «Помогаем», которые открывают сборы на запросы и на потребности и матери, и ребенка. Ну, в основном это, конечно, ну, вот сейчас мы работаем как психологи вот, альтернативного руха, то мы работаем бесплатно. Мы предоставляем помощь детям бесплатно, потому что ну, они в этом нуждаются. Но надеемся на то, что у нас заработает этот подвешенный психолог, и люди, которые проходили сами терапию, которые находятся в консультации, увидят, поймут, что это нужно, да, и помогут в этом. Как взагалі жінки можуть до вас звернутися? За допомогою. У нас есть страница в Фейсбуке, называется «Пані Патронеса», там есть телефон и вся информация, куда вы можете обратиться.
Ще з вами дуже хочеться поговорити ось саме про такий стереотип, що деякі вважають, що жінка не хоче піти від насильницьких відносин, тому що їй так зручно, так добре і взагалі їй комфортно в таких відносинах. Але є такий термін – синдром набутої безпорадності. Хочеться, щоб ви його пояснили і пояснили саме, чому жінка не може вийти з таких відносин в деяких випадках. І чому це складно саме без допомоги фахівця? Вот именно так, потому что женщине очень тяжело без того, чтобы ей кто-то помог, потому что когда она уже доведена до какого-то такого определенного состояния, когда ей нужно уже брать детей, хватать и убегать, она в основном уже не верит ни в себя, ни в свои силы, ни в то, что ей кто-то поверит. Потому что, конечно же, это формируется не в один момент. То, что она вдруг такая решила, что ей очень хочется жить, как говорится, там в итальянской семье, это страсть и все такое прочее. Вот. Ну, хотя бы вот такое абсурдное понятие, которое бытует в обществе по поводу «бьет, значит, любит». Нет, бьет – это значит бьет. И это все должны запомнить, что бьет – значит бьет. Никаких других отступлений быть не может. Процесс этот не происходит в одну секунду, он даже не происходит в течение года-двух. Он формируется с самого начала жизни ребенка. Скорее всего, что такая женщина находилась в созависимой семье. То есть папа употреблял алкоголь, да, был алкоголиком, мама была спасателем. И мама все время верила, что, конечно же, спустя 25 лет он вдруг почему-то изменится. Девочка видела такую модель поведения, и вырастая, она что может воспроизвести? Может воспроизвести только эту модель поведения. Ну, а потом, понятное дело, когда она еще встречается с агрессором, агрессор не в ту же секунду начинает психоэмоционально или физически на нее воздействовать. Нет, обычно это случается уже после того, как у людей есть дети маленькие, женщина находится без работы, в отпуске, в декретном, и ей некуда идти. И, конечно же, она доводит, даже не она доводит себя до такого состояния, она находится в таком критическом состоянии, когда ей тяжело, ей некуда, возможно, еще идти. Поэтому это формирование не одного дня. І це такий от процес созависимих отношень. От саме за синдромом цієї набутої безпорадності, це є такі, були такі випадки, так, коли ставили експерименти. Так, експерименти і довели, що саме так відбувається, що жінка, звісно, не може піти. Это был эксперимент на тех же собачках, да? В общем, там были три группы. Одна собака могла передвигаться как угодно, вторая собака, там тоже пол бился током, но у нее было открыто какое-то пространство, куда она могла деться. У третьей собаки, получается, не было вообще у нее никакого выхода. И когда потом всех поместили в другие клетки, например, да, скажем так, то две собаки нашли выход, но клетка была открыта. А третья собака, даже при открытой возможности уйти, она просто забилась в угол и скулила. То есть она потеряла любую веру в себя, в то, что она сможет выбраться из этой ситуации. И потом проводили эксперимент по поводу того, как ее выманить оттуда, чтобы помочь ей, и ей давали какой-то вкусный корм, и пытались ей показывать, что клетка открыта. И только после того, как физически человек помог собаке этой, передвинул ее именно физически, только тогда собака как бы вышла из этой клетки. Точно так же происходит и с женщиной. Иногда это вот так вот. А розкажіть, будь ласка, про роботу взагалі вашої організації «Альтернативний рух». Чим вона взагалі займається і яку допомогу ви надаєте? В основному ми займаємося, не в основному, а наша робота – це соціальні проєкти. Соціальні проєкти в таких от направленнях. Ми працюємо з дітьми, які знаходяться в реабілітаційних центрах, це бувші інтернати. Потому что у нас есть волонтеры, которые сами когда-то были воспитанниками интернатов.
Потом мы работаем, когда мы поработали с детьми, которые находятся в интернате, мы поняли, что они взаимодействуют еще с одними очень важными людьми в жизни этих детей. Это с педагогами, которые очень сильно подвержены тоже стрессам и очень подвержены как такому синдрому, да, ну, профэмоциональное выгорание. И мы с ними работаем в таких вот тренингах, мы в направлении саморегуляции, то есть чтобы проработать вот эти вот все эмоциональные их выгорания, да, там их как-то поддержать, какие-то элементарные упражнения, которые педагоги сами могут выполнять в течение дня, в течение месяца для того, чтобы поддерживать в себе ресурс для работы вот с такими вот детьми. Це саме ті, хто працює з дітьми в інтернатах, да, або реабілітаційних, да, центрах. Да, да, именно вот воспитатели, угу, и педагоги, потому что, на мой взгляд, это такой тоже неохваченное такое поле, потому что все приезжают в интернат и общаются с детьми, да, там ребенку хочется подарить игрушку, хочется его обнять, хочется сказать ему какие-то хорошие, приятные слова, но никто не обращает внимания на педагогов, на воспитателей, никто не подойдет, не спросит, а как у тебя дела, как вы себя вообще чувствуете? Он даже, наверное, думаю, растеряется, если у него что-то такое спросят. Вот. Еще один из наших проектов – это работа с условно осужденными подростками в ювенальной пробации. На мой взгляд, вот ювенальная пробация – это очень хорошая инициатива для того, чтобы не исправлять, а поддерживать, понимать, принимать детей, да, и давать им руку помощи. Потому что, насколько я знаю, статистика говорит об этом, о том, что когда тем более неокрепший такой вот несозревший совсем, да, человек попадает в тюрьму, грубо говоря, то он не исправляется. Через, например, когда ему исполняется 25 лет, он только будет туда все время ходить уже и возвращаться, и возвращаться. А вот такая инициатива, как поддержка детей, вот таких вот, да, подростков, потому что я понимаю, в каких семьях они выросли, я понимаю, в какой среде они выросли, и поэтому очень хочется их поддержать, и очень хочется понять и предложить, опять же, ту же руку помощи для того, чтобы в будущем у них была комфортная, качественная жизнь, и у них, и в том социуме, в котором они будут расти. Дякую вам дуже за вашу важливу роботу, за ваші теж неймовірно важливі пояснення. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий Open TV Media», YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу у Facebook. Бережіть ваших дітей і бережіть їх психологічний стан. На все добре!